Остается совсем немного времени до того момента, как зажгутся огни прототипа ялтинского маяка, установленного на Крымской площади, который своим светом будет привлекать сюда жителей и гостей города. Готова и основная конструкция Воронцовской ротонды. Арт-объект также украсит пространство. Площадь, она раньше была маленькая, совсем незаметная, вокруг ездили трамваи, ее никто даже не замечал. Сейчас она выглядит совершенно по-другому. Крымская площадь на улице Урицкого преображается в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в составе нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомню, в марте этого года это общественное пространство в железнодорожном районе стало лидером рейтингового голосования на благоустройство. Проект также предусматривает замену всего освещения на современные экономичные светильники, установку урн и скамеек. Все работы ведутся под контролем специалистов и общественников. Наш самый большой дом как раз выходит на самый фасад. Из 9-го этажа мне видно все, как в той песне, так и знай. И все начинается с утра. Раз на балкончик, техника работает, процесс идет, значит, все в порядке. На сегодняшний день работы выполнены на 70%. Впереди установка трех беседок и озеленение территории. На площади более 4000 квадратных метров расстелят рулонный газон. Одним из интереснейших объектов площади станет фонтан. Фонтан будет идти по кругу. Он будет вровень с землей, горизонтальный. И если, как видели, вот на набережной, примерно, фонтан будет из земли выходить строй. То есть можно будет по нему ходить. И подсветка будет. И на нем еще будет стоять название городов Крыма, Евпатории, там все, Севастополь. Такой орнамент красивый будет. Работы планируют закончить до 1 сентября. Павел Баймаков, Александр Дудко. Новости губернии.